Всем привет, с вами Мистер, не забывайте подписываться на канал. Тумсу Абдурахманова депортируют в Россию. Чеченского оппозиционного блогера Тумсу Абдурахманова ожидает депортация в Россию. Такое решение приняла пограничная служба Польши. Соответствующий документ Абдурахманов выложил в своем телеграм-канале с комментарием «Тучи сгущаются». Как отмечается в документе, прошение блогера о предоставлении международной охраны является недопустимым. Пограничный офицер обязывает Тумсу возвратиться в Россию, в противном случае он будет отправлен туда в принудительном порядке. Абдурахманов добивался от властей Польши политического убежища, но ему лично было отказано, хотя такое убежище предоставили его семье. После этого Тумсу подал апелляционную жалобу, однако в феврале суд Варшавы отказал.